Продукция предприятия «Плодоовощ» хорошо знакома брещанам, и это подтверждают простые цифры. Покупатель, как известно, голосует рублем. Неудивительно, что последние 20 лет предприятие стабильно работает с прибылью, а на 21-м республиканском конкурсе «Продукт года» оно вошло в число победителей. Ассортимент и качество соответствуют самым высоким отметкам. Наше предприятие «Плодоовощ» техпереработка в основном выпускает широкий ассортимент переработанной продукции – капусты квашеные, огурцы соленые, томаты соленые, яблоки моченые и большой ассортимент выпускаемой продукции мытых овощей, чищенных овощей. Очень большой популярностью пользуется у нас капуста квашеная. Это капуста квашеная с морковью, с клюквой, с тмином. Идет реализация по всей Белоруссии. 5 тонн мы отправляем продукции и 5 также и заквашиваем. Вот уже больше полувека предприятие не изменяет своему девизу – свежие овощи и фрукты круглый год. И на самом деле, даже в зимнее время склады предприятия не пустуют. Но и здесь витаминная продукция не задерживается надолго. После отгрузки ее развозят на предприятие торговой сети, в учреждение образования и здравоохранения Брестской области, а также в столицу. Наш склад занимается приемкой, взвешиванием, формированием отгрузок, непосредственно самой отгрузкой, выпиской материалов, логистикой. Есть специальное маленькое подразделение на складе, чтобы все это быстро, вовремя все заявки поступали нам. Мы быстро все это подготавливали, выписывали, взвешивали. И наши клиенты были довольны свежим, качественным овощам и фруктам. А чтобы фрукты и овощи своевременно попадали на склад, на территории предприятия предусмотрены специальные камеры для хранения, где поддерживается постоянный режим температуры и влажности. Вместимость комплекса может достигать 200 тонн. Закладка так называемого стабилизационного фонда производится осенью. Затем овощи изымаются по мере необходимости для переборки и фасовки, вакуумной упаковки или поступают на переработку и изготовление продукции собственного производства под маркой «Брестские разносолы». Наше предприятие осуществляет закладку, хранение и реализацию плодовочной продукции. Предприятие осуществляет реализацию квашений, солений, производит морскую капусту, морковку по-корейски. Предприятие осуществляет продажи по всей Республике Беларусь в розничную торговую сеть, также в закрытые учреждения Брестской области, садики, школы, дома, интернаты. Будем надеяться, что наша продукция в дальнейшем будет радовать наших покупателей. Предприятие с большой историей и богатыми традициями продолжает свой путь на потребительском рынке. И это тот случай, когда гриф «Сделано в Беларуси» работает лучше других рекламных слоганов.